есть в Монако, в Бразилии, в Румынии, в таких странах, где, казалось бы, ну просто по определению его не должно быть. Ну, наверное, считаю, деньги хорошо в наших соседних с нами странах. Финляндия и Норвегия такая своеобразная страна, там вообще не любят вкладывать в развитие, наверное, вот таких видов спорта, которые больше одиночные, да, и всецело была и норвежка, я помню, в скелетоне, и финка, да, и они всегда, я спрашивала, говорю, у вас есть федерация? Они говорят, да, есть, но я говорю, вам хоть чем-то помогают? Они говорят, нет, ничем. Поэтому вопрос такой, что люди ездили всегда за свои деньги. Хотя есть и лилихаммеры, трассы и так далее. Но, наверное, пока еще они не доросли. Хотя те же лыжи развиты, дай боже. Но смотрим на роскошный, этот экзотический... Роскошный патриотичный маникюр желтого экипаж. Цвета. Да. Ну, а мы с вами смеемся. Помните знаменитый экипаж из Ямайки? А теперь, между прочим, Ласселиус Браун, один из разгоняющих того самого экипажа, прекрасно работал с канадцами, сейчас работает с монегасками. Кстати, по некоторым слухам, предлагал свои услуги и нашей федерации. Ну, мы уж как-нибудь обойдемся без него, хотя, безусловно, атлеты очень сильные, да, но все-таки у нас ребята тоже достаточно... волевые и силовые, и все-таки я думаю, что этот интернационально разгоняющий пусть, наверное, поможет кому-то другому. Бобслейскому дуэту чего-то явно не хватает. Рискну предположить, что мяча. Возможно. Вот как выглядывает она, видите, настолько... Ой-ой-ой, зарежал, как вираж. Ой, опасно идет очень, вы знаете. Ой, все, переворот. Ребят, ой, переворот, ёлки, очень страшно. Как же ужасно. Еще, кроме того, приземлились-то фактически на крышу. Не то, что на крышу, ребята, это очень страшно. Дело в том, что у нее соскочил шлем, и здесь неминуемо, наверное, скорая помощь. И... Ой. Да, шутили, а это, все это... Но вы знаете, бежать надо скорее, что же вы? Вы знаете, я здесь не поддержу федерацию ФБТ, конечно. Почему? Потому что если падает 3 раза экипаж, может быть, все-таки не стоит допускать, тем более, видите, если опасно идет. Очень опасно шла. Она зарезала просто 9-ку, в 10-й, откинула ее в 11-й. Нет, это все, это страшно. И я думаю, соревнования затянулись. И я не знаю вообще, это ужас. Вы посмотрите, как на голову она даже показывает такое. Я думаю, что с точки зрения какой-то этики...